Вот уже половина лета прошла, и только на прошлой неделе Назарбаев университет начал оглашать свои решения по поводу судеб сотен абитуриентов, так страстно желающих поступить на Foundation и Дайре. После публикации первых видео, вначале с прогнозом, а затем и с апдейтами, ситуация менялась и продолжает меняться. Для того, чтобы быть более оперативными, мы отсылаем вас на страницу в сообществе ВК Road to Nazarbayev University, где администратор и общественный деятель Акан Айсин создал обсуждение данного вопроса. Вся актуальная информация теперь там. Пользуясь случаем, хотим сообщить нашим верным зрителям о перезапуске нашего телеграм-канала и о предстоящем релизе ранее платного контента, который, используя все удобства этого сервиса, мы сможем донести вас в первозданном виде. Это особенно полезно поступающим в 2020 году, а также если ты планируешь быть репетитором, так как готовить нужно, используя качественные материалы и контент. Ссылки на обсуждение результатов и на наш телеграм-канал я оставлю в описании. С вами был Артур Жусупов. До скорого!